До мая 2015 года юридические лица и индивидуальные предприниматели по управлению многоквартирными домами должны получить лицензию на деятельность. Для этого должностным лицам управляющих организаций предстоит сдать экзамен. Принимать его будет лицензионная комиссия Ивановской области. На прохождение экзамена дают 120 минут, то есть 2 часа. Процедура будет достаточно серьезная. Экзамен будет считаться успешно сданным, если на 86% вопросов правильно ответит соискатель. Затем соискатель лицензии предоставляет в региональную жилинспекцию заявление на получение лицензии и небольшой пакет документов. И 1 апреля все муниципалитеты узнают, какие компании заявились на получение лицензии, а какие покинули этот рынок. 15 марта 2015 года – это срок, до которого должностные лица управляющих компаний должны сдать квалификационный экзамен. И 1 апреля 2015 года – это также срок, до которого должно быть подано заявление о предоставлении лицензии в службу государственной жилищной инспекции. Зачем все это делается? Лицензирование должно оставить на рынке только добросовестные организации. То есть если раньше им было легче платить штрафы, я уж извиняюсь. Да. То есть мы их наказывали, мы своевременно реагировали, надзирали, но они им легче заплатить, чем, как говорится, поправить ситуацию. То теперь, видите, законодатель сказал, все, 2 неисполненных предписания, назначенные судом, и исключается дом из реестра лицензий. Компания получает лицензию на бессрочный период. Отозвать лицензию можно только в том случае, если 15% площадей вышло из управления. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.